Спасибо. Вот он, жив-здоров. Жив-здоров, Диоген. Тихонечко. Спрятался. Спрятался. Жив-здоров наш Диоген. Вот так. Иди кушать. Тихонечко. Не хочет. Фима сегодня сухой. Сегодня не так жарко. Вот. Вот он, Фима. По крышам ходит. Чистый, красивый. На ночь весь зоопарк в сборе. Да. Рон, даже не обращаем внимания, да? Вот такие дела. На горшок ходил. Пока проснулся, сейчас перекрутим мяско. Обрезала я с бедрышек моего петуха. Такие вот кусочки. Сейчас перекручу на мясорубку. Очень плотная. 3 года было. Вот. Пойдет на фаршик. Все остальное в морозилке. Надолго хватит. Большой петух. Больше 4 килограмм. Слонопотам. Страусиный. Так, все мелим, крутим. Добавила я еще несколько кусочков сала, лук. Прокрутила все вместе. И почти 1 стакан воды сюда вошел. Вот такое мясо сухое было. Теперь фарш чудесный. Ну так, фаршик отдохнул. Отстоялся. Еще мне бы отдохнуть. Рис остался вчерашний. Но поступило... Не пищит, Ромка. Пищит. Поступило мне предложение сделать немножко беляшей. А теста у меня нет. Готового. Попробую на кефире. Не делала я давно на кефире тесто. Нужно его подогреть чуть-чуть. Вчера совершенно не спала. Во-первых, душно. А во-вторых, такой стресс был снова. Да вы все уже, наверное, из новостей знаете, что у нас там в Покровске было. Вчера вечером. А у Саши в Покровске живет сестра. Вот. Так что немножко мы переживали. Мои соболезнования всем погибшим в Покровске. Уже обидно, надоело все. Люди погибают ни за что, мирные граждане. Ладно. Не буду распространять свои мысли. Дальше. Сейчас вымешу тесто. И сделаю немножко беляшиков. Так, для души. Для настроения. Да, и чуть не забыла растительного масла. 1-2 столовые ложки. Можно сливочное растопить. У деток моих сегодня... У обоих сыновей борщ. Старший сварил борщ. Похвастался. Калькуляцию даже посчитал. Потому что ему в кафе очень дорого покупать борщ. Он тоже в общежитии. Работает вахтовым методом. И как сказал, сколько у них там борщ и плов стоит. Говорит, я лучше сам сварю. Вот, сварил. И Никита тоже вчера борщ варил с Алексиной. Но картинку не прислали. У меня только борща нет. Давно не варила, жарко. Хочу борща. У сыновей поем.
мягкая, не липкая. А пока у меня тесто настаивается, я сделала основу для наших фрикаделек. Это будет что-то типа ленивых фаршированных перцев. Вкус будет тот же. Сейчас томатика еще сюда добавлю. Продолжаем разговор. Тефтельки наши тушатся. Тесто готово. Масло разогревается. Какое тут тесто получилось. Все, первый пошел. Такие красавчики. Не делаю я сильный огонь. Крышечкой накрою. Топ кипит. Посмотрим, правильно ли я все делала. Нет у меня дегустаторов. Не могу сказать ничего. Настоящий базарный беляш. Тоненькое тесто, много начинки. Продолжаем. Доедаем. Даже идем по графику. Электричка еще не шла. Ну вот для чистоты эксперимента. Хрустящие, нежные, воздушные. Говори теперь еще раз. Камера была не включена. Вообще тут выглядит, похоже на базарный. Вот так вот. Нежно ничего, не буду делать. У нас все дома. Вуаля. Приглашайте всех к столу, кормите своих родных и близких, готовьте вместе со мной. Попробуйте такое тесто приготовить. Очень, очень получилось такое удачное тесто. Всем, кто сейчас ужинает, всем приятного аппетита. Тихого, спокойного вечера.